Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Волкова. Театр на Спасской вновь обратился к творчеству Салтыкова-Щедрина. В мае состоится премьера спектакля «Господа Головлевы». Киров встречал участников межрегионального фестиваля «Великое наследие Руси». На фестиваль приехали мастера народных промыслов, работающие в самых разных техниках. Театр на Спасской вновь обратился к творчеству Салтыкова-Щедрина. В мае состоится премьера спектакля «Господа Головлевы». В чем особенность кировской постановки, а также почему это спектакль для родителей, расскажет Милана Поварницына. Во всех инсценировках пьесы «Господа Головлевы» акцент делался на Иудышку Порфирия Петровича. Молодой драматург из Екатеринбурга Ярослава Пулинович написала совершенно другую, отличную от прежних инсценировку «Господа Головлевы. Маменька». Главной фигурой в ней становится Арина Петровна, чьими неустанными трудами приумножаются земли, богатства и крестьянские души. Эти империи такой замечательной женщины, необычной, рухнула в конце ее жизни, и непонятно, зачем она жила. Именно маменька все. Все же рыба-то гниет с головы. Если у Салтыкова-Щедрина Арина Петровна предстает 60-летней барыней, то на сцене вначале молодой девушкой. Она вырвалась из нищеты, перед ней весь мир нараспашку. Она готова быть в нем хозяйкой. Действие в пьесе развивается очень стремительно. У актрисы Дарьи Сосновской, исполняющей роль молодой Арины Петровны, есть всего 16 эпизодов, за которые перед глазами зрителей пролетают долгие годы. У Арины Петровны два возраста – 18 лет и 40. И сложность состоит в том, для меня, как для актрисы, что через там, пару секунд надо выйти с 18-летнего возраста и выйти уже в возрасте 40 лет. То есть это должна поменяться и походка, и пластика, и взгляд, и голос, и вообще мировоззрение. И вот уже у нее огромное хозяйство, 4000 душ. В попытке преодолеть семейный упадок и достичь благополучия, героиня взваливает на себя тяжелую ношу, которая коверкает и ее жизнь, и близких ей людей. В том числе и отца семейства Владимира Михайловича, человека доброго и мягкого, который со временем заговаривается, дичает. Он ведь не сломался. Да, он в этой жизни. Так получилось, что командует его молодая жена, все делает, но он живет в своем мире, продолжает жить, и этим он для меня очень ценен. В нем есть этот стержень, как есть он в Обломове. Да, он ничего не делает, он не может переступить какую-то черту, но стержень в нем есть. Это для меня главное. Авторы спектакля «Господа Головлевы. Маменька» исследуют природу человеческой души как бы через лупу, пытаются понять, где та грань, за которой беспрестанная забота о достатке, благополучии семьи переходит уже в насилие и жестокость. Арина Петровна вроде бы старается, делает все для семьи, при этом все голодные и ненужные. Она повторяет ошибки своих мамы и папы, поэтому и этот спектакль больше для родителей. Я заменяла собственную любовь к ребенку, там, не знаю, покупками. После постановки много денег заработала, приехала, купила айфон, айпады, гаджеты. А ей, наверное, не этого надо было. И это я сейчас понимаю, я пожинаю свои плоды. Я не буду рассказывать всю свою личную жизнь, но на самом деле это очень похоже на меня. И на многих матерей, и родителей. Поэтому вот спектакль для родителей. Чтобы они пришли домой и постучали к ребенку в комнату. И сказать, давай поговорим. Это очень важно. Добавим, что в спектакле «Господа Головлевы. Маменька» задействовано много детей и молодежи. Самому молодому артисту 8 лет. Кроме того, в спектакле будут читать псалмы и исполнять народные песни. Премьера спектакля состоится 22 мая. Нововятский дом культуры России встречал участников межрегионального фестиваля «Великое наследие Руси». На фестиваль приехали мастера народных промыслов, работающие в самых разных техниках. Сердечко можно написать вот сюда имя, это будет именной ангел, он будет охранять своего хозяина. Десятки идей в копилке мастера Ольги Алферовой. И пусть воплощает она их пока что в одной технике грунтованного текстиля, изделия получаются веселыми и добрыми. Наши изделия, они же все равно несут в себе какой-то позитивный, положительный заряд. Вот эти вот мои маленькие игрушки, они называются позитивы. Они позитивы не только от того, что у них надписи там классные написаны, да? И когда делаешь, получаешь позитив, заряд.
Разные техники, десятки изделий, среди них ни одного повторяющегося. Это эксклюзивная ручная работа. Возможность продемонстрировать свое творчество вновь предоставилась мастерам художественных и народных промыслов на фестивале «Великое наследие Руси». Молодой мастер резьбы по кости Артем Пономарев впервые принимает участие в столь большом фестивале. Этим видом творчества он увлекся несколько лет назад. Дело было вечером, делать было нечего. Ну, как-то увидел интересную поделку из кости, захотелось купить, посмотрел по цене, как-то очень дорого. Ну, думаю, руки из нужного места, вот с этого все и пошло. Фестиваль «Великое наследие Руси» проходит 4-й раз в рамках Славянской ярмарки и каждый год собирает под одной крышей как профессиональных мастеров-промысловиков, так и просто тех, кто увлечен творчеством. Однажды я видел работу мастера, который восстановил эту игрушку, мазовскую игрушку. Вот, и мне понравилось, и захотелось научиться и резать, рубить такую игрушку. Кстати, гости фестиваля могли принять участие в мастер-классах в создании той же топорной игрушки. В лоскутном шитье, лепке, в художественной росписи. Одна из целей фестиваля – как раз приобщение населения к народному искусству и художественным промыслам. В Кирове подвели итоги 6-го конкурса «Гид-экскурсовод». В этот раз он отличался большим количеством участников и тем, что впервые в нем попробовали свои силы и дошколята. Всего состоялось 7 пешеходных экскурсий и 13 экскурсий в музеях города. Лучшими экскурсиями конкурса были признаны тематические экскурсии по музею ветеранов войны в Афганистане, Фоминых Даниила «Слава российского оружия» и Митрохиной Виктории «Исполненный долг». Школа номер 62. Также лучшей была признана тематическая экскурсия Дарьи Ральниковой из школы номер 10 в музее Циолковского, Вятский Гагарин, и выступление Екатерины Тюлькиной из 66-й школы города Кирова. Конечно, особое внимание юные экскурсоводы уделили жизни кировчан в годы войны и их вкладу в общее дело победы. Все выступления отличались особой эмоциональностью. Чувствовалось, что история родного города искренне интересна подросткам. Первое, что всегда мы ставим для себя какую задачу в этом конкурсе, это привлечь интерес, внимание детей, молодежи к истории России и родного края. Это главная наша задача. Они сами составляют, разрабатывают авторские экскурсии, сами придумывают маршруты своих экскурсий. И поэтому в этом вот особенность конкурса в целом. Ребята еще раз доказали, что историческая память поколений жива и не прервалась в наш век компьютерных технологий. И даже самые маленькие кировчане знают о главных памятных местах нашего города. Надо крепить георгиевские ленточки ближе к сердцу. В выставочном зале художественного музея открылась выставка заслуженного художника России Виктора Кашина. Она получила название «Нам дороги эти позабыть нельзя». Отец Виктора Кашина погиб на Калининском фронте 2 апреля 1942 года. Последнее яркое воспоминание подростка об отце – это дорога, по которой отец уходил на фронт. Отсюда и название выставки «Нам дороги эти позабыть нельзя». Провожали его вот так, вот по этой вот дороге как раз он уходил маршем, пешим маршем на Киров. Вот, ну сколько мы там, может, с километра прошли, сколько я уже сейчас... Мне было 14 лет, вот, и все, и больше мы его не видели. Когда началась война, Виктору Кашину было всего 14 лет. Будучи подростком, он воспринимал войну по-своему, слегка по-детски. Трудился в тылу и тем самым ковал победу. Дети войны – особая категория людей, которые вынесли наравне со взрослыми все тяготы военных лет. Я в 15 лет уже пошел на работу, и сестра тоже, по-моему, даже в 14 она пошла на работу. Вот. И работал я на спиртовом заводе в Слободском. Поступал учеником токарем, потом токарь стал. В экспозицию вошло около 30 живописных работ разных жанров. Портрет, натюрморт, пейзаж, сюжетные композиции. Все впечатления военных лет трансформировались в художественные образы, которые позволили автору достоверно передать атмосферу сурового военного времени. Наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи на канале «Россия Культура» и «Россия-24».